Прежде всего, хочется вас поздравить с Новым годом, пожелать вам удачи, здоровья, успехов в учебе, всего самого наилучшего. Сегодня мы вот для вас приготовили небольшой концерт. Меня зовут Андрей Топихин, я автор-исполнитель, музыкант, преподаватель гитары. Со мной мои друзья, тоже автор-исполнитель, вот Емир Разяпов, поэт, музыкант, композитор Олег Савранский. Будем очень рады, если вам наш концерт понравится. Первую песню, которую хочу сегодня для вас исполнить, она называется «Чайки». Сейчас мы перенесемся на берег моря, летают чайки. Из зимы попадем в лето. Thank you.
птиц сольются с тишиной. И запомни, это чудо мы. Екатеринодар, его основала Екатерина II, императрица российская. Поэтому вот эти вот обычаи, они до сих пор у нас в крае обязательно поддерживают. У нас даже есть кубанский казачий хор, наверное, знаете, да? Его знают во всем мире. Вот поэтому я тоже в 90-е годы еще написал эту песню. У нас как раз был такой подъем, возрождение казачества на Кубани. Так вот совпало. Поэтому песня называется «Казаки». Шашки на голову. И едут, едут,
казаки. Останется вдоль реки. Везет хозяина домой. Кануло, все загинуло, но вновь казачья слава зацвела, и душа все чаще в курении зовет. И опять нет-нет, да завоё. Долюшка, удали молодецкая шашки на голов. Едут, едут казаки по станицу вдоль реки, по станицу вдоль реки. Спасибо. Браво! Вот сейчас будет следующая песня, она уже без видеоряда. Она называется очень просто «Моя любовь». Такая романтическая баллада. Прошу тебя, не уставай.
есть моя мечта. И я хочу, всегда пусть будет так. Моя мечта. К тебе я тихо пойду. И прикоснусь к твоим губам. Но только ты не уходи, прошу, поверь моим словам. И если б мне, как и тогда, опять пришлось прожить все снова, хотел бы так же я при встрече тебя обнять, обнять за плечи. Это ты, моя удача, и по-другому не хочу никак, иначе моя удача. Ласкающий меня с утра. Ты как весенний теплый ветер, дороже мне всего на свете ты. Я знаю, это ты, моя любовь. И сердце бьется, бьется сердце вновь. Thank you.
Если бы не любовь, мир давно бы превратился в хаос. Сейчас я хочу представить вам своего друга, коллегу Олега Савранского. Он вам сыграет на нашем русском народном инструменте на баяне. Я его специально его пригласил, я думаю, что вам будет интересно послушать национальный инструмент России. Приветствую всех, друзья. Сейчас, пока настройка идет, почитаю пару стихотворений. Вот, одно такое как раз студенческое. Вот, надеюсь, будет воспринято. Вот. Второе тоже такое юмористическое. Скажите, кто любит посещать музеи или недавно был там из присутствующих? Или кто видел фильм «Ночь в музее»? Как бы? Ну вот, примерно на эту тему стихотворение называется «В музее». В пространстве музея царит тишина. Минуту назад здесь исчезла жена. Сказала: «Хочу побродить меж картин. Мол, ты меня держишь всю жизнь заперти». Кивнул я с ухмылкой: «Что ж, полный вперед. Тебя дух музея к себе заберет. Все высосет соки, завяжет в бинты. И станешь средь мумий красавицей ты». Ох, чую, накаркал, каков остолоп! Укрылись за аркой кентавр и циклоп. В момент умыкнули. Забыл ей сказать: нельзя никому здесь мозолить глаза. Идти нужно быстро, уставившись в пол, рукой забивая щелчков частокол. Тогда не прицепится всякая блажь, что здесь поселилась и ловит кураж. Послышался клёкот бурлящей воды, открылся портал устранения нужды, вернулась родная, и мы поскорее рванули от сель в направлении двери. Спасибо. А второе стихотворение, оно тоже связано именно со студентами. Вот, еще к тем временам можно вернуться, когда учились наши родители, была такая дисциплина марксизм на основе КПСС, то есть... Вот. Она была очень трудно давалась, многих как бы. История КПСС, ну, суть та же. Вот. И на эту тему стихотворение. Профессор, матерый самый, где в памяти Ленин весь, полдня принимал экзамен марксизм и КПСС. Студенты объяты страхом, их лица белее всех ват, кого миновала плаха, кого-то пинком под зад. На выживших, самых сильных, без слез и смотреть нельзя, как будто сквозь Хиросиму проплавлена их стезя. Зубрежка, как тень на лицах, ее не излечишь сном. За партой в углу девица, мечтая, глядит в окно, а там развернулось лето, сквозь зелень и птичий крик. «Готовы? Я жду ответа!» — откликнул ее старик. Весь зал красотой заполнив и к небу подняв глаза, неслись позитива волны. Но слов не могли связать. Профессор решил: на счастье не стоит, красу подгнет. Скажите, когда же к власти пришел трудовой народ? Когда же великий Ленин принес всем свободы свет? Не знаю, обняв колени, студентка дает ответ. А Маркс кто такой? Не помню. А Энгельс? Небось, цветок? Учитель на подоконник оперся, не чуя ног. Откуда же ты, красотка? Мой город Талдыкурган. Профессор берет зачетку и ставит ей гуд, а сам, стеклом приминая, просит, вспотевший от мук балды, шепнул: «Все бы взять и бросить, и смыться в курган Талды». Спасибо. Ну, сейчас какие у нас проблемы в мире важные? Здравоохранение, там политика и также экология. Вот есть у меня такая песенка, еще в 90-е написана, называется она «Экологический напев». Я попробую ее спеть сейчас. В сказочной стране, где лес растет, черный дым окутал небосвод,
трубы черные дымят, отравляют все подряд, губит жизнь химический завод. Там директор был волшебник злой, на природу он махнул рукой. Штрафы вовремя платил, небо сажею коптил, ездил в Сочи каждый год с женой. А Иван из общества Гринпис говорил ему: братан, очнись, ты ж погубишь все вокруг, человек природе друг, но шипит кудесник, отвяжись. И от этой химии в лесах каждый день творились чудеса. Волки стали метров пять, злобно воют, жрать хотят, и размером с буйвола леса. Волки стали метров пять, злобно воют, жрать хотят, и размером с буйвола леса. Вот колдун однажды в выходной в лес решил отправиться с женой. На полянке разлеглись, только выпить собрались, дикий рев раздался за спиной. Двое озверевших кабанов высотой с порядочных слонов рты раскрыли широко, проглотили их легко, словно двух плюгавых комаров. Рты раскрыли широко, проглотили их легко, словно двух плюгавых комаров. Гром раздался, вихри поднялись, и завод под землю рухнул вниз. Может, тут вмешался Бог, ничего понять не смог наш Иван из общества Гринпис. Может, тут вмешался Бог, ничего понять не смог наш Иван из общества Гринпис. Спасибо. Солен народ тут молодой. Попробуем спеть Наутилус Помпилиус. Песня «Крылья». Снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене, и я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабого, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Я не спрашиваю, сколько у тебя денег, не спрашиваю, сколько мужей. Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. И если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Вы увлекаетесь футболом?
Не очень, да? У нас в Краснодаре, если вы знаете, да, есть футбольная команда, называется «Краснодар». Сергей Николаевич Галецкий построил нам один из самых красивейших стадионов в мире. Это на самом деле произведение искусства. Я вам обязательно рекомендую всем туда сходить. Это не замечательный парк. Там очень редкие сейчас собирают там растения со всего мира. Там знаменитое бутылочное дерево растет. Я написал песню, которая называется «Быки вперед». Специально ее посвятил нашему футбольному клубу. Вот очень, конечно, хотел, чтобы они услышали эту песню. Ну вот, никак не получается. Пытались, конечно, передавать ее через пресс-службу по другим каналам. Ну, пока, как говорится, в ответ тишина. Но надеюсь, что когда-нибудь ее услышат. Итак, песня «Быки вперед». Удар.
Сейчас я исполню, уже без видеоряда, песни будут одной из своих самых ранних песен. Она называется «Черёмок». Это такое философское рассуждение о жизни. Наш старый корабль отважно
важно качаясь, курс держит в пролив, потом в океан. Мы ищем чего-то и что-то теряем. На всех параллелях огромной земли нас манит простор и новые зори, и снова уходят в рассвет корабли. Тебя я мой не отдам, сказала ты. Расстались там, где рук твоих кольцо я разорвал, где в дымке скрылся мой причал. Он снова будет долго снится нам. Быть может, привыкнешь к разлукам и встречам, а может, забудешь меня навсегда. Спускается солнце и близится вечер, и ловит окурок морская волна. Во сне тихо дышит уставшее море, на реке далеко погасли огни. И снова уходят в рассвет корабли. Тебя я мой не отдам, сказала ты, расстанусь там, где рук твоих кольцо я разорвал, где в дымке скрылся мой причал. Он снова будет долг. Я думаю, на этой торжественной ноте мы...
закончим сегодняшнее выступление. Мы хотели вместе разговаривать. Рок-н-ролльчик для Есенина. Завершить. Соль-мажор. Еще раз вас с Новым годом. Всего вам доброго. Спасибо, выручили, можно сказать. Зовите еще. Спасибо. Собирайтесь. Надеюсь, наш концерт вам понравился. Спасибо. Спасибо. Собирайтесь побольше, зовите еще, придем сюда.